телекомпания «Одинцова» является самым мощным поставщиком кабельного и цифрового телевидения на территории муниципалитета. Абоненты, их без малого 87 тысяч, отдают предпочтение ТРК, потому что это качество, умноженное на доступность. С 15 апреля Московская область переходит на новый формат эфирного вещания. К счастью для абонентов ТРК «Одинцова» никаких изменений не произойдет. В нашей сети проведена реконструкция. Начиная с Нового года мы уже вещаем в нашей сети 23 цифровых канала, поэтому абоненты нашей сети этих изменений не заметят. Уже сейчас они могут принимать эти каналы на своих телевизорах, оборудованных декодерами ДВБ-С или ДВБ-С, кому как удобней, и проблем у них не будет. Уже с января 2019 года 23 канала, включая обязательный и телеканал ОТВ, в сети ТРК вещают в цифровом формате. У нас это было абсолютно прозрачно, незаметно, поскольку мы не вещаем в эфире, мы вещаем кабельный оператор. На нашей головной станции мы установили необходимое оборудование. Весь исходный сигнал мы принимаем по кабелям от вышестоящих операторов. Поэтому прозрачно для абонентов мы осуществили эту модернизацию и предоставляем эту услугу. Количество каналов в социальном пакете останется прежним. Если вы хотите его увеличить, то достаточно оставить заявку на подключение в абонентском отделе. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».